Привет, меня зовут Вая, добро пожаловать на мой канал. Это влог о моей удивительной жизни. К слову, сейчас вы лицезреете кадры моей перестановки в квартире. Только вот меньше, чем через 2 недели я с нее съеду. Кто ж знал? Сейчас я гляну номера. А, да, я в Казахстане. Нужно было срочно лететь обновлять документы, иначе бы меня депортировали. Потому что я не могу выбрать между 2 вариантами. В целом, прикольненький отель. Выглядит симпатично. Короче, смотрите, мне проводят экскурсию. Мне показали вот этот номер, это первый. В принципе, он прикольненький, мне нравится. А там я такая, юху. И, собственно, второй номер. Как вы можете заметить, это намного-намного больше. И тут огромное окно, вы только посмотрите. Там просто очень рядом ханшатыр находится. А как вы думаете, какой в итоге мы номер возьмем? Всем доброе утро. Мы идем на завтрак. Внимание, что взяла я. И мама. Мама любит овсянку. Как вы можете заметить, у меня очень классная ультрамодная укладочка. Я просто не посушила волосы, прежде чем ложиться спать. Я, собственно, собрана. Особо луки мои изо дня в день не меняются, конечно, потому что я взяла с собой достаточно мало одежды. И мы готовы топать. Популярити, I'm sorry. Как бы подошли... Я так сижу, а что вы мне сказали, что я так сижу? Это что это такое? Я думал, это московский стиль у вас такой. Спасибо. Вот мы встретились с ребятами, вот у нас такой накрытый стол хороший. Это мы все сделали, казахи, гостеприимный народ. Да. Сидим веселые. Засуньте. Извините. Я ручетку не могу найти. Извините, что там происходит? Мне кажется, это нельзя снимать. До свидания. Я преследую 2 казахстанских блогеров. О, точно, я забыла вас познакомить. Это Юрана, а парень, смотрящий на нее, Сарам. Так не надо, так не надо. Надо вот так. Подожди, а все ли у меня? Юрана, просто ты не смотришь. Красивая. Ну иди нафиг. Она мне подарила подарочек, это так мило. Какой-то кипиш, они ищут чьи-то куртки. Лари дари ди, лари лари да, тара 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 тара. Зеленая, высокая куртка. Как ваши дела? Мам, хорошо. О, вот это я понимаю. Карасаш маган, блин. О, какая милая. О, это реклама колы. Понятно, очень понятно. Я уже очень устала. Я хочу домой, хочу спать, хочу есть. По прилете в Москву я получила один из сообщений. Фая, а завтра ты сможешь приехать поснимать в 6 вечера? А ведь я только вчера вернулась. Мы встретились, поснимали видео и назначили следующую дату встречи. Помимо день рождения Дилары. Я снова опаздываю, едем к девочкам, снова будем снимать коллаборации. Я опаздываю на 2 часа вроде бы. У меня очень сильно болела голова утром, я успела сделать несколько дел. Я рада этому, потом мне пришлось поехать домой. Сейчас я поняла, что я не выпила супрастин. Встретились, значит, мы с девочками. Всё хорошо. А тут окно открыто. Сарямба! Просто посмотри, что эти дуры делают. Они там где-то. Лянь, вот где-то вот там вот. Нормально? Супер! Мы вот по очереди выходим из машины. И знаете, кого первым запихали? Меня! Понимаете? Вот, да, здравствуйте, вот чья-то задница тут на меня вписалась, ты не очень удобно села. О, господи. Мне бы ноги вон туда. Меня все любят, да. Такие, знаешь, мы ходим. Я летучая мышка, вот так вот делаю.
Это Чана. Не смотрим, не смотрим. Как ваши дела, Чана? Вы можете разговаривать? Пришли мы, значит, на картинг. Снимаем тиктоки. Там Чана ходит. Как ваше мнение на этот счет? Ладно, нету мнения, понятно. Она меня всю облапала сегодня. А, не-не-не, это ой, не слушайте ее, клевета. Это вот моя тачка, моя малышка. Бибип. Не бибип. Меня сейчас убьют. Мы попробуем, да? Спать. Чане рано завтра вставать. Куда ты встаешь? Я встаю завтра в зал, а потом У меня сегодня рекламная съемка, и я решила перекраситься, вывести черный и сделать русый. Осталось как бы 2 часа. Нормально, пацаны. Сейчас прямо? Да. Да начнутся рабочие будни. Я такой нарцисс, что смотрю свои видео во время съемок. Такая прекрасная, я не могу, боже. Пока мама разгуливала по дому сбитой, ко мне пришла идея переезда, о которой я упомянула в начале видео. Разгружали мебель, и Мелисса спряталась здесь. То есть, ну, она в целом в туалете была, но просто... На этом часть моих воспоминаний с весны окончены. Доброе утро. На часах 6:23. И нужно вставать. 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀에 나만의 초콜릿 Как бы странно это не выглядело, но я крашусь за кухонным столом, потому что у меня нет туалетного столика, и я хочу купить комод для своей косметики, просто потому что она у меня вся стоит в коробках. В общем, там все в коробках, и там везде моя косметика. Кстати, ребят, я еще не завтракала, я только выпила водичку и свои препараты, и сейчас я пытаюсь приучить себя такой привычке. В общем, я стараюсь краситься прям с самого утра, чтобы в течение дня я могла делать контент. Поэтому я как раз выпила водички, пройдет полчаса, я думаю, за полчаса я успею накраситься, и я буду кушать. Вот так. В общем-то, я макияж уже сделала, такой вот он у меня получился, я решила сделать его достаточно легким, и если что, потом я утяжелю его ресницами, стрелками, в общем, все как обычно, я всегда так делаю. Сейчас нужно что-то сделать с волосами, потому что они мокрые, и нужно их высушить и выпрямить, и это просто вот каждый раз, благо от бальзама, они у меня достаточно сами по себе типа прямые, выпрямляются, но текстура моих волос, она такая... Они у меня вечно с завитушечками. Вот. Поэтому сейчас мы это все дело сделаем. А еще я сегодня очень опухшая. Села я завтракать. Все-таки я не удержалась. Добавила ресницы. Наклеила ресницы, уголки. Я так очень сильно люблю делать. Лиса там разыгралась. И нацепила линзы. Ну, кажется, кайфово. У меня сегодня завтрак. Шампиньоны. Скрэмбл. И брокколи, но брокколи не были уже готовыми. То ли мне кто-то сказал, то ли я увидела в ТикТоке. Если вы любите Филадельфию роллы, то можете просто на хлебушек намазать творожный сыр и добавить огурчик. Вот тебе и Филадельфия. Ну, это очень вкусно на самом деле. Боже, я так хочу есть. Конкретно этот сок я не пробовала.
что он такой сладкий. Без добавления сахара он очень сладкий. Просто капец. Если вы хотите сок без сахара, то пожалуйста. Но несмотря на это, я заказала, в общем, себе еще круассан. Я вам сейчас быстро это все скажу и начну есть, потому что когда я ем, я глухонем, я не смогу с вами общаться. И какой тогда будет влог, если я не буду с вами общаться? Я заказала круассан. И я очень сильно люблю вот этот сироп кленовый. Он реально канадский, все дела, качество, все в этом духе. Короче, очень классный сироп. И под сироп я вечно заказываю либо панкейки, либо, ну, блинчики у меня мама делает очень вкусно. Но мама сейчас улетела, я снова одна. Она улетела по делам, вот, обратно в Казахстан. Кто не знал, да, со мной жила вместе мама. И вот, в общем, я одна заказываю себе круассаны, чтобы есть их с кленовым сиропом. Мисунь! Удивуйся, сладенький мой, кто такой сладенький? Вот, это она, это она. О боже, это она. So, я сделала фоточку. Так вот она выглядит. Я просто тут стояла. Я сначала разнервничала, что у меня не получилось сделать фотографию с черешней. И потом такая думаю, ну и нафиг эту черешню. Правильно, правильно. Сделала фотографию без нее. И без нее, в принципе, получилось достаточно миленько. А сейчас я иду во дворик. Опа, на драйсе. Я иду во двор, чтобы встретиться с Аней, чтобы она мне дала штатив для телефона, потому что у меня нет штатива для телефона. Вернее, он у меня был, но я сломала саму насадку, короче, на штатив. И теперь у меня ее тупо нет. Я как-то ее уже сколько, месяца два не могу взять. Хотя это вроде не сложно, но... Прокрастинация. Кстати, зацените. Я хожу по двору, и когда хожу к Ане, Аня просто моя соседка по дому, я хожу в тапках, мне так удобно. А тут стоит у меня самые любимые кроссы. Двойболитяк и Найки какие-то там. Смотрите, какая хорошая погода. Ой. Погода хорошая. Ой. Да. Короче, я жду Аню. Ничего не видно. У меня экран засвечивает. Офигеть, не прошло и года. А я хотела тебе написать в Телеграм, типа, Аня, выходи. Блин, это ж красотка. Какая прелесть, какая прелесть. Ребят, вы можете меня поздравить. Я отжала штатив. Это мы разговариваем по телефону внезапно. Человек страдает. Всем привет, а кто там вообще? У меня стали болеть глаза от линз, поэтому я сняла их. И только посмотрите, как испортилась погода. Мне так обидно, потому что я хотела поделать ярких солнечных фотографий. И сейчас все серое, такое некрасивое. Я прям очень сильно расстроилась. Я даже не знаю, что делать. Потому что я даже приготовила референсы. Ну, референсы — это, в общем, фотографии, на которые ты хочешь, скажем так, равняться. И это не то. Совсем не то. Так все плохо. Но сейчас, что я придумаю, что можно сделать. Я на самом деле не обедала. Я проболтала с Даней часа два или два с половиной. Если что, небольшая ремарка, это мой друг. И мы очень хорошо с ним общаемся, но мы общаемся крайне редко. Да, типа в месяц раз, зато поговорим и все обсудим, и это хорошо. Я думаю, я сейчас закажу себе еду, покушаю и что-нибудь допридумаю. Но, может быть, погода распогодится. Будем надеяться на это. Хотя надежды мало. Но надежда умирает последней, поэтому юху! Нафиг. Погода все никак не нормализуется. О, моя такси приехала. Окей. А где она? Слушайте, либо я давно не была на улице, либо это реально выглядит как GTA. Я
Это очень тяжело. Красота. И посылочку получила. Она огромная, но очень тяжелая. Чтобы вы понимали, я сейчас потянулась к вот этому стаканчику, чтобы его повернуть. И просто мои пальцы врезались в стекло. Я умная. Уже трясутся. Это так красиво. Я не уверена, что мне цвет подойдет, но боже мой, вы только гляньте. О мой бог, какие красивые цвета помад. Смотрите. Альбом не распаковала. Это первые мои альбомы, боже мой. Я уже 7-й год кей-попер. Просто. До свидания. В общем, в итоге я вчера ничего не пофотографировала. В общем, я как-то отвлеклась, потом решила расслабиться, поухаживать за кожей, легла спать. И меня разбудили мои соседи. Они очень громко кричали, очень громко разговаривали. Я очень сильно нервничала, и у меня сегодня съемка, на которую я вас возьму с собой, конечно же. Но проблема в том, что сейчас 4 часа утра, на моем лице альгинатная маска, если вам интересно, и съемка у меня начнется в 11:30, то есть я должна быть на студии в 11:30. Разочарована ли я тем, что я проснулась так рано из-за соседей? Да, потому что я выпила таблетку от головной боли. Короче, неприятная ситуация, не круто, но из-за того, что я не выспалась, я боюсь, что моя кожа будет выглядеть плохо, а акцент будет на мою кожу, поэтому решила сделать масочку. Ребят, просто посмотрите, сколько много людей. Чисто социофобия. Здрасте. Нам принесли завтрак. Чисто файк. О боже, я тут отражалась все это время. До свидания. Мы идем в номер, где будут непосредственно съемки, потому что до этого все это время мы готовились. Это сделали день. Вы обманываете людей, так нечестно. Почему? Ну так нечестно. Это, не свет. Это просто свет и это просто солнышко. Ну да, солнышко. Да, конечно. Вообще-то.
Костя врать не будет. Костя хороший. Что я дали очки? У нас не было. Видишь, по кадру видно, не видно. Если что, что как-то мы поставим. А почему так много людей вокруг тебя? А почему у тебя такой ракурс офигенный? Мой второй подбородок такой... Нет, его там не видно. Сейчас, одну секунду. А еще тут. А еще вот тут. Вот еще она здесь. Можно. И там. Вот столько людей. Еще один номер людей. Алла. Это Костя. Ой, здравствуйте. Это так у молодежи делается. Видели? Так делается. Костя, ты опять обидел Фаю? Чуть-чуть. О, там штатив уже полез. А так? Уже взял, штатив да? полез. Да. А так? Ну так, вот так вот. Вот лицо направо. Направо это туда? Да. Да, там что-то отражается. Давайте возьмем одеяло. Ну, если что-то отражается, это не страшно. Мы сразу же, да, уже в очках? Правильно? Это если что, у меня на лбу веснушки такие. Ань. Я ищу песню, которую хочу послушать. Ну давай. Я хочу ее послушать, и всем будет плохо. Забей вообще. Так. Кать, тебе будет плохо? Я забыла. Мне? Да. Мне только хорошо будет. Так, он в фокусе, ага, так, и что? Так, в смысле? Это что за бесплатная реклама получается? Нет? Беззвучие, не в фокусе. Мы замажем марку, все. Так, и что там? Заплатите, я выставлю, знаешь. Попробуй сейчас. Без зеркала, ок. А где она? Я только отснялась. Съемка была достаточно долгой, но интересной, мне понравилось. Не обращать внимания на мой макияж, потому что все размазалось. Мне подарили очень много подарочков. Вы только гляньте, какое красивое местечко. Вау. Это напротив отеля, если что. На улице был дождь. Мя! Не знаю, найдется ли глупец, который досмотрел видео до этого момента, то бишь до конца. Если вам интересно, как сейчас у меня дела, то я приболела. Вот так вот. Умею, практикую, люблю. 2 июля на дворе. Жарко на дворе. Но я с температурой. Мне еще жарче. Все, спасибо всем за просмотр, спасибо за потраченное время на меня. Спасибо за внимание. Всех люблю. Всем пока.